Тогда я еще был лейтенантом. Выполнял всякую грязную работу. Чернобыль – настоящий рай для преступников. Даже спустя 10 лет они могли воспользоваться ситуацией и наложить свои лапы на ядерное оружие. Желающих было много, включая и Имрана Захаева. Естественно, мы не могли всего этого допустить. Выкупить топливные стержни? Отличный способ массового уничтожения. Тогда наше правительство впервые дало приказ об убийстве со времен Второй мировой войны. Я служил под командованием капитана Макмиллана. Слишком высокий уровень радиации. Придется обходить. Следуй за мной. И тихо. Осторожно. Здесь повсюду источники радиации. Нахватаешься чуть больше нормы, и ты покойник. Ждать сигнала. Вижу врага. С фронта вражеский патруль. Идем тихо и медленно. В этой маскировке нас не заметят. Да не против, мы патрулируем. Зачем мы патрулируем? Мы здесь радиус оставляется километров. Убей одного, пока второй не видит. Слушай, Захаев нам хорошо платит именно за то, чтобы мы патрулировали этот район. Так что заткнись ради собственного дела. Черт, нас вычислили! Друзья, не собаки! Шансов остаться незамеченными. Внутри 4 объекта. Даже не думай об этом. Жди здесь. Противник у машины. Убери его тихо или дай ему пройти мимо. Выбор за тобой. Не двигаться. Колокольнин, наблюдательный пункт. И еще один патруль с севера. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Цель в наблюдательном пункте видишь? Прекрасно. Объект приближается с севера. Убери его тихо или дай ему пройти мимо. Выбор за тобой. Арист убит. Вперед. По фронту все чисто. На побережье чисто.
это слышал? Вражеский вертолет, ложись! Оставаться в тени! Он возвращается обратно! Не двигаться! Они уже убили всех, кого не смогли подкупить. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Нейтрализовать их и при этом не поднять тревогу – задача не из легких. Цель уничтожена. Нас заметили, открыть огонь! Слово «тихо» тебе ни о чем не говори. Идем. Оставаться в тени. Назад. Спокойно, он мой. Эй, Сьюзи! Вот как это делается. Вперед! Собаки стали синее и злобнее. Не стоит их недооценивать. Какая у нас ставка? Да, вот заплатим мне за все. Не двигаться!
Сюда приближается патруль. Назад! Волю накатаешь. Как думаешь, нападет на нас Америка, пока мы уязвимы? Эта страна давно уже катится по суп под хвост. Почему бы и нет? Ждать здесь. По фронту все чисто. Вперед. Не высовываться. Выдвигаемся. Сюда идем. Целое сборище, черт возьми. Приготовиться. Выдвигаемся по моему сигналу. Стоять. Так, вперед. Оставайся на чеку, мы еще не на месте. Стоять! Успокойся, это дикая собака. Собачка-то попалась недружелюбная. Держи дистанцию. Старайся не привлекать к себе внимания. Все чисто. В
Выдвигаемся. Ты только посмотри. В этом городе проживало 50 тысяч человек. А теперь это город призраков. Никогда ничего подобного не видел. Пошли. Сюда идем. Там есть гостиница. С верхнего этажа мы сможем наблюдать за обменом. Вперед! Лейтенант Прайс, встреча состоится. Вражеский транспорт уже на указанной территории. Ветер усиливается. Можно учесть порывы ветра, а можно просто подождать, пока он не утихнет. Но к этому моменту цель может скрыться. Решать тебе. Помни, чему я тебя учил. Учитывай переменную влажность и скорость ветра вдоль траектории пули. На таком расстоянии придется также принять во внимание кориолисову силу. Так, кажется, я его вижу. Жди моего сигнала. Цель захвачена. Идентификация. Имран Захаев. Спокойно. Следи за флагом. Он укажет тебе силу и направление ветра. Черт, он-то откуда взялся? Терпение, парень. Жди удобного момента. Готов.
забудь о них, они за нами не пойдут. Нам пора в зону подбора. Готов. Объект нейтрализован. У нас мало времени. Мы должны успеть добраться в зону подбора. Вперед! Тебе придется меня нести. Прости, дружище. Тебе придется меня нести. Если будут проблемы, найди для меня выгодную позицию, чтобы я мог тебя прикрыть. Зона посадки на юго-западе. Мы все еще можем успеть, если поспешим. Скорее всего, они направляются в северную часть города. Брат, приближается, опусти меня, чтобы я мог тебя прикрыть. Еще противник с северо-запада.
забрались в здание, мы постараемся их задержать. Один готов. Осторожно. Прием. Наш вертолет ждет на безопасном расстоянии. Опусти меня за чертовым колесом, оттуда я смогу вести огонь. Чуть севернее. Компасом, чтобы найти наиболее подходящее место. Чуть севернее.
пустить их в дело. Скоро враг будет здесь. Найди подходящую снайперскую позицию. Через 30 секунд я дам сигнал вертолету. Удачи! А6, ваши координаты получены. Держитесь. Конец связи. Вижу противника. Пусть подойдут поближе. Ждем приказа открыть огонь. Открыть огонь! На борт. Прием. Он убит.